Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Приехал я в такой сосновый бор пособирать землянику. Утро. Вот такая красота. Полюбуемся нашей природой. Еще немножко проедем и будем собирать земляничку. Она должна поспеть уже. Посмотрим, какая она. А пока вот смотрите, какая у нас красота. Наша уральская природа. Вот, друзья мои, приехал я на свое любимое место. Смотрю вот это. Мне интересно. Смотрите, красная смородина уже поспевает. Какой-то свой микроклимат. У меня дома в садке она еще не поспела. А здесь вот в лесу поспевает. Смотрите, какой цветочек. Колокольчик. Такая красота. О, лилию кудреватую увидел. Сейчас посмотрим мы ее. Вообще интересный лес. Вот она, лилия кудреватая, в своей красе. Наша саранка, так мы ее называем. Вообще это лилия кудреватая. Ну, походим, посмотрим еще. Вот еще лилия кудреватая. Смотрите, как ее здесь много. Я раньше не замечал. Ну, пойдем собирать землянику. И вот они, первые ягодки. Наша земляничка чудесная. Все хорошо. Хорошо в лесу, но мухи летают. Побрызгался уже. Все всегда в лес беру средства от комаров, от мух, и спирт беру. Побрызгался, руки протер спиртиком, собираю ягоды. Так, у нас такая спелая ягодка. Немного собираю. Дело идет. Потихоньку собираю. Трудно это, конечно, занятие. Землянику собирать. Жарко становится. Но ничего. Потихонечку. По ягодке. Собираем. Такая она в траве крупная. Такой рамочке я иду.
так называемые волока. Рубили сосеночки, очищали лес. И понемножку я собираю ягодки, нашу земляничку. Хорошо в лесу, конечно. Знаете, какая красота. Тишина, только мухи жужжат. Ничего, это лес. Такие вот цветочки растут. И вот такое вот растение интересное. Я не знаю, как оно называется. Вообще, я ищу растение яртышник. Недавно видел видео блогера «Записки трудового мигранта». Она показывала яртышник, и вот я его ищу. Но вроде не он. Потихоньку собираю. Процесс трудный. В общем-то, здесь люди были, уже пособирали немного. Не я один только знаю это место. Вот столько баночку набрал. Ну и что пособираю? Собираю для настроения. Мне долго приехать сюда, в другое место пособирать. Все для души должно делаться. Все для души. Такие цветочки. Посмотрите, в траве какая крупная. Вот. Так мы ее собираем. Раз. Раз. И баночку свою. Вот так. Так потихонечку. Вот какие еще цветочки растут. Интересные. Люблю снимать. Всякие цветочки. Ну что, друзья мои, собирали мы землянику. Процесс идет, но он долгий. Вам, наверное, уже надоело смотреть на наши ягодки, на нашу земляничку. А, сейчас еще немного похожу. Поеду домой. Оставайтесь со мной. По дороге вам покажу панораму нашу. Может, лебедей увидим на реке Белой. Они часто там бывают. Утром не было. Может, поплывут. Оставайтесь со мной, друзья мои. Какая красота у нас, друзья. Вот эта дорога идет в город Белорецк. Такие виды. Посмотрите нашу природу. Вот холод, жара была, дождей не было. Видите, трава вся высохла. Проедем еще немного. Покажу вам ворота Стерлянские и реку Белая. А вот и наш Стерлян. Добро пожаловать, Стерлян. Представляю сейчас эмоции своих земляков, тех, кто далеко от дома. Как бы они хотели здесь быть. Друзья мои, земляки, вы со мной, вы рядом. Всех я вас помню. Всех я вас люблю. Мы дома. Вот, друзья,
мои, обещал вам показать реку Белую. Вот она. И вот там я вдали увидал лебедей. Сейчас я пройду с другого места, вам их покажу. Вот, друзья мои, они далеко. Но факт тот, что они живут здесь. Недавно я их показывал, вы их видели. Ну вот, друзья мои, прогулялись вы со мной, пособирали мы землянику, посмотрели вы нашу реку Белую. Всем пока, друзья мои, всем мира и добра. Пока-пока. С вами был Владимир. Встает на мосту, машины проезжают. Всем удачи, друзья мои. Берегите себя и своих близких.